Итак, красавицы мои, вы должны знать одну важную деталь. Смотрите, вот это платье я сшила неправильно. Вот оно, видите, наступает, находит на пуговицы, вот на бедра, да, вот тут вот. И получается вот такая вот огромная такая ширина. И вот смотрите, вот это платье сшито правильно. То есть бедра у нас вот здесь, вот здесь находится. И юбочка пошла. Если здесь сделать так же, вот так чуть-чуть повыше приподнять, то сразу смотрится абсолютно по-другому. Видите, сразу становится такая узенькая талия, и юбочка пошла. Но юбочка коротенькая получилась. То есть здесь нужны самое главное пропорции. Пропорции не соблюдены, получается вот такой вот квадратный тип. Тип фигуры. Вот, видите? А здесь, когда пропорции соблюдены, сразу получается вот так вот идет, да, вот, ну, как женская фигурка, то есть смотрится гармоничнее. Это я вам просто рассказала на будущее, чтобы вы понимали, в чем вот эта ошибка состоит. Смотрите, здесь у нас получается длина переда 3,5, здесь у нас длина переда 4,5. Чувствуете разницу? На сантиметр разница вот в длине переда. И сразу получается совсем другой результат. Вот сразу же прям, видите, он прям квадратная получается такая фигура у платья, у всей куклы. Вот, то есть чуть-чуть сдвигаем, чуть-чуть меньше делаем вот эту вот длину переда и подлиннее юбочку, и у нас сразу же получается отличный результат. То есть длину переда мы с вами будем делать 3,5, длина юбки 3 готовая. То есть еще нам нужно делать припуск на шов. То есть здесь мы делаем 4,5, а здесь мы делаем 4. Итак, начнем. Значит, сейчас.